Сегодня в меню тушеный картофель с капустой. Ну или капуста с картофелем. Для начала у меня два куриных бедра. Ну, можно взять любое мясо. Бросила на сухую сковородку, выпарится влага, жир, и я подолью немного растительного масла. Я не очень люблю просто тушеный картофель с мясом, так как считаю, что это пресное блюдо. И вот поэтому я добавляю капусту. Приступаем. Нарезаю луковицу и морковку одну. Курица обжарилась. Добавляю овощи. Иногда я в это блюдо добавляю болгарский перец. Ну, там, в общем, различные у меня бывают производные. Сегодня я решила обойтись без него. Но добавлю один томатик, а то он решил погибнуть смертью храбрых. Я ему не позволю это сделать. А также масло не наливала, потому что курица дала достаточно своего жира. Ну все. Отправляю капусту обжариваться. Крышку я не закрываю, чтобы капуста не получилась вареной. Капусты я беру столько же, сколько картофеля. Может быть, даже чуточку больше. Капуста уже осела, я ее уже дважды помешала. На этом этапе я солю, перчу, добавляю специи. 5 минут со специями под крышкой, ну, до того, как вода закипит, и буду сбрасывать картофель. Ну все, добавила картофель и заливаю кипятком до нужной мне густоты. Под крышкой на медленном огне до готовности картофеля. Не забудем в конце про зелень. И приятного аппетита! Готовьте с удовольствием!